День народного единства – праздник новый для календаря России. Страна отметила его в 8-й раз. Хорошей традицией для ленинск-кузнечан в этот день становится масштабное празднование. С каждым годом отметить его на улице города выходит все больше людей. Сегодня очень такой важный праздник для всех нас. Это день сплочения, единства всех в нашем городе, вообще в России. И, наверное, да, важно было прийти сюда. Мы раздаем шарики, радуем людей хорошим настроением и просто веселимся, отдыхаем. Ленинск-кузнечане в этот день пришли на площадь торжеств имени Валентина Мазикина, чтобы зарядиться позитивом и хорошим настроением. Всем желающим, как символ праздника, были розданы ленточки с российским триколором. Радовали горожан в этот день и творческие коллективы города, которые подготовили праздничный концерт. Кроме всеобщего веселья в этот день поднимались и серьезные вопросы. Участникам праздника напомнили, почему они все-таки здесь собрались, про историю праздника. Было раздано 104 листовки. Цель листовок – рассказать немного о празднике народного единства, об ополчении, о поляках и так далее. Также цель этой листовки основная, чтобы немного привлечь к чтению наших потенциальных читателей. Погода не мешала ленинск-кузнечанам веселиться, аниматоры работали с детьми, задавали веселое настроение и водили хоровод. Особым спросом пользовалась полевая кухня с солдатской кашей и горячий чай. Ценители активного отдыха отправились на каток Ледового дворца. По самым скромным подсчетам, на коньки в этот день встали не менее 500 ленинск-кузнечан. Также в этот день краеведческий музей и выставочный зал открыли свои двери всем желающим прикоснуться к истории города и Кузбасса, природе родного края. Так что для каждого из ленинск-кузнечан этот праздник имеет свой смысл, но для всех он символ героизма и единения народа.